Всем привет! Вас приветствует шикарный малыш Чихуахуа по кличке Гарри Поттер. Его окрас очень эксклюзивный. Это голубой призрачный мрамор. Малыш родился мраморный. Сейчас тут на видео плохо видно, но это генетически мраморный пес. При разном освещении он разного окраса, у него голубой пигмент, голубой носик, у него невероятно красивая голова, спина, экстерьер идеальный на сегодняшний день. Мальчик продается дорого, на сегодняшний день он очень перспективный для племенного использования, но это не говорит о том, что его нельзя приобрести для любви и обожания, конечно, можно, просто цена у этого щенка очень высокая. Вот у него шикарные родители. Наш мраморный лилово-подпалый Роликс. Его мама, наша Феодосия Акна Эмилия, чемпион юный, очень красивая. Его дедушка, наш Елисей, чемпион России. Малыш перспективен. Зубки у него 6 на 6, ножнички. Вот такая красота. Кому интересно, обращайтесь. Размер стандартный. Ожидаемый вес 2,5, 2,700. Вот такая милота. Вот такая красота. Из этого помета девочка Гермиона остается в нашем питомнике для племенного разведения. Да, красавчик? Вот такой у нас Гарри Поттер. Самое главное, он здоров и у него шикарный характер. Такой прям весь Гарри Поттер. Гарик, Гарик, питомник Чихуахуа Костропула.